Она выгнала Нигер? Я ничего не понимаю, госпожа. Она говорит, у Нигер ошибки, она что-то напутала в финансовых отчетах. Нигер? Все это глупость. Записи определенно подделали. И Нигер странная, словно рада, что ее прогнали. Махидевран, пора наконец остановить Гюляга. Начинаем действовать. Да, а как, госпожа? Мне приснился сон. Я очень надеюсь, что к добру. Я видела коня. Белого. Огромного. С длинной гривой шелковой. Он прискакал сюда, Валиде-Султан, в ваши покои. Остановился у двери. Такой красивый. Его взгляд словно говорил: нет, еще не время. Потом он исчез вдруг. Растворился в воздухе. Конь — это желание. Аллах хочет, чтобы вы поправились. Да, я Хатун. Хюрем Султан зовет вас. Что-то случилось? Не знаю, но она сказала, это важно. Ну, подожди, иду. Я иду к Хюрем Султан, она зовет меня. Останься с Валиде Султан. Умоляю, не отходи от нее ни на шаг. Не волнуйтесь, Дайя Хатун. Шага. Махидевран Султан давно ушла? Она не ушла, она у себя. А что такое? Ее там нет! Я оттуда бегу! Вот горе! Видимо, она вышла куда-то. О, беда, что же будет? Где она может быть? Подожди, ага. Ты объясни, в чем дело? Хюрем Султан так взбесили сегодняшние события, что она решила отомстить за все это Махидевран Султан. Отомстить? И как же? Валиде Султан убить хочет. Ну а потом на Махидевран Султан всю вину свалить. О, Всевышний, а что надо делать? Надо вмешаться и не допустить этого. Да? Хорошо. Идем, Фидан Хатун. Почему не пришла Гюльфем Хатун? Она так устала, я велела ей отдохнуть. Зачем ты хотела меня видеть? Просто посидеть, поговорить. У вас такое несчастье. Потрапезничаем, вы отвлечетесь немного. Спасибо, Хюрем. Так тяжело ждать, не имея возможности что-то сделать. Не нужно терять веру, госпожа. За ночью, даже очень длинной, всегда наступает день. Госпожа, милости прошу, Дайя Хатун. Ты что-то хотела сказать? Но это же... Это вы звали меня? Я звала? Да нет, я не звала тебя. Даже не думала. Мне так сказали. У вас важное дело, я должна срочно прийти. Может, сказали Махидевран? Нет, нет, госпожа. Я не ослышалась. Хюрем Султан сказали. О, Всевышний, мне это не нравится. А что, почему? Ага.
Мне вдруг стало страшно. Да в чем дело, Хюрем? Говори! Боюсь, это Махидевран. Она задумала убить Валиде Султан. Да что ты такое выдумала? А вы вспомните, что она говорила сегодня. Когда Валиде Султан умрет, она станет хозяйкой гарема. Да, Ехатун, ты же там была. Верно, госпожа, я тоже слышала. С вашего разрешения я побегу к Валиде Султан. Ты одну ее оставила? Да что вы, как можно, госпожа? С ней надежная служанка. Пойдемте и мы, госпожа, какой ужас. Скорей! Гюляга, надо известить Нигер-Хатуна, сын Гюлягу. Некогда уже, только бы не опоздать. Ну-ка, скорее! Кто приходил, Дайя Хатун? Кто сказал, что я тебя зову? Это служанка моя? Нет, госпожа, я ее раньше не видела. Возможно, она из другого гарема. О, Аллах! О, Всевышний! Только не это. Ты посиди возле Валиде. А я позову лекарей. Делаешь? Госпожа, простите, я... Аллах, Валиде! Прочь! Валиде! Госпожа! Я вам клянусь, я ничего не делала! Дрянь, сейчас же замолчи, гадина! Ты убила Валиде, Султан! Валиде жива, дышит! О, слава Аллаху! Хвала Аллаху! Я убью тебя! Говори, кто тебя послал! Отвечай, кто! Махидевран Султан! Ну, правильно, кто же еще? Да нет, Махидевран Султан даже не знает! Хадиджа Султан, я клянусь вам, я ни в чем не виновата! Просто пришел Гюляга и попросил помочь, потому что не мог найти Махидевран Султан! Гюляга? Да! Сказал Хюрем, Султан собирается убить Валиде! И мы бросили сюда, чтобы помешать этому! Ах ты, грязная лгунья! Ты еще и изворачиваешься! Ты же душила Валиде на глазах у всех нас! Госпожа, не верьте! Я попала в какую-то ловушку! Госпожа, все нормально! Я увидел, как вы бежали, и я за вами бросился. Вот он! Спросите у него, если мне не верите! Что же ты? Расскажи, Гюляга! Ты же говорил, что Хюрем Султан хочет убить Валиде, и нельзя этого допустить! Мы же вместе прибежали сюда! Да ты что, Фидан Хатун? Как я мог сказать тебе такое? Что происходит? Гюляга, запри эту тварь сейчас же! Да я, Хатун! Ни на минуту отсюда не выходи. Махидевран! Госпожа? Что-то случилось? И ты еще что случилось нагло спрашиваешь, бесстыжая? Как ты могла? Как ты посмела? Руку на Валиде поднять! Госпожа, о чем вы говорите? Объясните, я не понимаю ничего! Да, ты подослала свою верную Фидан Валиде убить! Не подоспеем мы вовремя!
Она бы точно сделала это! Нет, я не верю! Нет, Фидан не могла! Отрицать нет никакого смысла! Я видела своими глазами! Это ты приказала Валиде убить! Как ты могла, Махидуран? Разве Валиде это заслужила? Госпожа, это не я! Я вам клянусь жизнью своего сына, я не виновата! Я вообще ничего не знала! Фидан Хатун никогда не совершила бы такое сама! Без твоего приказа! Ах ты, гадина! Ведь это ты устроила Фидан западню! Госпожа, не верьте этой злодейке! Я верю тому, что видела! И клянусь, ты очень дорого заплатишь за это! Госпожа, меня огли... Все, хватит! Повелителю расскажешь это! Сочувствую тебе. Госпожа, что же теперь будет? Что вы собираетесь делать? Это уже не я, а повелитель будет решать. Госпожа, решение повелителя нам известно. Махидевран казнят. Да, она заслуживает, но я думаю о повелителе, а также о Шахзаде Мустафе. Если они все узнают, это будет для них большим потрясением, трагедией. Ну, ее надо примерно наказать, Хюрем. Госпожа, я вас понимаю, вы очень разгневаны. Но поверьте, если об этом станет всем известно, это не принесет никакой пользы. Это сулит только новое горе. Но что же делать, Хюрем? Она чуть Валиде не убила, и так оставить это? Нет, госпожа, разумеется, нет. Вышлите ее из дворца, это суровое наказание. Вы знаете, что Шахзаде скоро уезжает в Манису. Пусть она с ним уедет. Она будет наказана, все разрешится без крови, спокойно и тихо. Но если вам этого недостаточно, и вы все хотите рассказать, это ваше дело. Госпожа, я вам говорила, Гюлю Аге нельзя верить. По-моему, они давно это задумали. Надо бы поговорить с Ибрагимом Пашой. Он вам поможет. Я сообщила ему, пока ответа нет. Госпожа. Готовься. Ты пойдешь к повелителю. Госпожа. Я вас умоляю, поверьте мне. Но подумайте, зачем мне это нужно? Это ясно и давно уже. Ты всего добиваешься через чью-то смерть. Госпожа. Не бойся. Наш повелитель ничего не знает. Как? Вы не сказали ему? Но это ради Мустафы, Махидевран. Пусть не видит истинное лицо матери, это убьет его. Но все равно наказание тебе не избежать. Ты покинешь дворец. Ты скажешь повелителю, что Мустафа уезжает в Санджак, и ты с ним хочешь уехать. Как там дети? Слава Аллаху, все хорошо. А Мехмед такой довольный. Летает от счастья. Почему? Ну, он большой уже. Ему свои покои нужны, и я велела подготовить их. Хотя мне кое-кто хотел помешать, но все-таки я... Хюрем. Я стараюсь подальше держаться от склок всяких. Но меня постоянно втягивают в них. К повелителю пойдем. Прошу тебя, не уходи, Сулейман.
Милый, я скучаю. Мы так давно не были вместе. Ибрагим ждет. Надо готовиться к походу. Скоро выступаем. Валиде в таком состоянии, а ты уезжаешь? Она держится только благодаря тому, что ты рядом. Армию я отправлю, а сам пока останусь. Войдите. Повелитель. Говори. Пришли Хатидже Султан и Махидевран Султан. Пусть войдут. Повелитель. Повелитель. Здравствуй, Хатидже. Что случилось? Махидевран хочет кое-что сказать вам. Государь. Я отстранила от должности Нигер Хатун. Она покидает дворец. Ты ее отстранила? Нигер, по-моему, опытная и очень толковая. Ибрагим Паша одобрил это решение. К сожалению, она плохо выполняла свои обязанности. К тому же непочтительно вела себя в некоторых случаях. Ну, раз вы так решили с ним, делай, как сочтешь нужным. Я бы хотела, чтобы казначеем снова стала Дайя Хатун, если позволите, государь. Не позволю. Дайя Хатун должна заниматься только Валиде Махидевран. Ничего, мы найдем кого-нибудь. Не торопись. Я решу это сам. Госпожа, я восхищен. Виртуозная комбинация. Если бы вы еще и цели достигли. Но мой вам добрый совет. Смените срочно прислугу. Это вам не ровня. Желаю здравствовать. Я тебе поверила, Хюрем. Надеялась, что ты уже другая, изменилась, но я ошиблась. Ты даже прикованную к постели Валиде для своих делишек использовала. До чего ты дошла? Теперь я не спущу с тебя глаз. И при самой малейшей твоей оплошности я все расскажу повелителю Хюрем. Все, убирайся прочь. Что случилось? Хюрем Султан пришла? Я свободен? Понапрасну не надейся. Никто тебя уже не спасет. Да что ты несешь? Значит, ей не сказали. Иначе бы она не бросила меня. Возьмите его. Что происходит? Куда вы меня тащите? Приговор вынесен, Гюляга. Решено тебя казнить, отрубить тебе голову. Ты что такое говоришь? Не может быть. Я же еще так молод. Я девственник. Я им так и сказал. Просил этого не делать, ведь он цветочек нетронутый. Но все напрасно. Горе мне. Жаль тебя. Ой, как жаль. Голову свою сложишь. Не плачь попусту, ведь все одно казнь тебя ждет.
не заплачу. Раз суждена смерть, я приму ее достойно. Не надо, прошу, умоляю, не делайте этого! Стойте! Что такое мелькнуло? Это был топор, да? Что такое? Ты же достойно хотел смерть принять. Так ты же мне глаза завязал. Ты сломил мой дух, верблюд бесстыжий, черт рогатый. Гад плешивый. Что случилось, Сюмбюль? Нигер Калфайт, это ты? Прошу, помоги мне, они меня убьют. Как? Кто тебя убьет? Ты не утруждай себя напрасно, Нигер. Нам стал известен приговор. Заблистал уже топор. Шагай давай. Палач Казымага ждет тебя. Казымага? Аллах да накажет его. Еще недавно, когда его брат болел, я посылал ему лекаря. Шагай. Да покарает его Аллах. Нигер Калфа, сообщи Хюрем Султан, пусть на нас спрашивает. Давай, давай, иди. Да не ной ты! Что это такое? Юль, прошу, отпусти меня. У меня много золота, я тебе все отдам. Нет, вы слышали? Он мне взятку предлагает. О, Аллах! И какую взятку? Просто подарок. И вам всем дам. У меня золото, что воды. Ну-ка, постойте. И где твое золото? Ты меня что, за дурака держишь? Вот отпустишь, тогда и покажу. Не верю я тебе. Возьмешь да сбежишь. Ну что ты, как я могу врать, если на смерть иду? Не пойдет. Сначала скажи, где золото. Умру, но не скажу тебе. Да ты так умрешь. Я правда умру. Идем. Прошу, отпустите. Прошу, отпустите меня. Ну, пожалуйста, я еще так молод. Ничего еще в этой жизни не видел. Я ей-богу так мало пожил. Мы что, пришли? Мне нужно пару слов сказать Казымаге. Да какой Казымага? Здесь госпожа. А, госпожа здесь. Хюрем Султан, спасите меня от этих кровопийц. Госпожа? Дюляга. Ты можешь идти. Как прикажете. Я тебя прощаю. Да благословит вас Аллах. Да исполнит он ваше желание. Но у меня условия есть. Если смогу, то... Конечно, сможешь. У тебя выхода нет. Верно. Нет выхода, верно? Нигер тоже уезжает. И что дальше будет? О, Аллах, не представляю. Да, в гареме казначей долго не держатся, ты же знаешь. Шакер-ага, доставай лукум. Да готовь шербет. Хм. В честь чего? Отъезд Нигер-Калфы хочешь отметить? Еще неизвестно, кому дорога выпадет. Тот, кто обидел мою газель, за это заплатит. Ты о чем это? Пока вы тут целыми днями кости кидаете, гарем бурлит, как котел. Послушай, не томи душу, рассказывай. Нет, мне теперь лучше прикусить язычок. Хюрем Султан за всех говорить будет. Паша Хазрет Лири, звали меня? Подойди, Гюляга. Подойди, я сказал. Паша, я не ведаю того, в чем провинился. Да, ты правильно сказал. Провинился. А вот то, что ты не ведал, это ложь. Ты сознательно все это сделал. Верно? Простите, что я сделал? Махидевран Султан западню устроил. Паша, что вы? Это кто-то на меня наговор наводит. Нигер Хатун, выходит, лжет. Она все видела и мне рассказала. Ну-ка, скорее!
Она видела девушку, подосланную тобой. Она признала свою вину, и я ее уже наказал. Ну а наказание за такое? Смерть. Но я дал Нигер Хатун слово, что я сохраню тебе жизнь. Стража! Паша! Вышвырните этого идиота! Из дворца. Без денег, без вещей, как бродягу. Паша, прошу, смилуйтесь. Я иду, не тащите его, Аллах, Аллах! Стойте, в чем дело? Чего он орет? Куда вы тащите этого ишака? Его из дворца выгоняют по приказу Паши. Всех это ждет. Кто госпожу мою опорочить захочет? Закрой рот, а то без языка останешься! Помалкивай там! Ох, смотри у меня! Гюляга, во что это ты влез? Радуйся, шайтан. Как ты хотел, вышло. Слушайте, дайте вещи хоть собрать свои. Не велено, пошли. Да погоди ты, ради Аллаха. Сюмбюляга, собери мои вещи, сделай милость. Ну да, мне вроде больше заняться нечем. Скотина ты вредная, я же ухожу, меня выгоняют. Ну ладно, я все сделаю. Спасибо, ты уж выручи. Пошел. Да не толкай ты. Да, подожди. Дай поговорить минутку. Аллах, Аллах. Нигер Хатун, больно же ты меня. Сердце вырвало бы, и то больнее не было. Беги отсюда, а то пропадешь. Я тебе добра желаю. А мне здесь хорошо было. Все, да... хватит, пошел. Да иду я, полегче, Шакерага. Я у ворот ждать буду. Слушай, посмотри, почему он так долго? Уходить с поста нельзя. Уходить с поста нельзя. А то что тогда произойдет? Да ничего. Аллах. Наконец-то. Шакерага. Все вещи положил? Все, Гюляга, все. Штаны красные не забыл? Они новые еще. Да не смейтесь, мне и так паршиво. Гюляга, куда же ты пойдешь? Все едино. Конец все равно у всех один будет. Если б золото забрал, дело бы открыл. Я спросить думал как раз, где ты закопал свои золотые? А ты землю всю тут перекопай, узнаешь. Да я и без помощи твоей обойдусь, сквалыга. Все равно заполучу их, где-то выскочит. Нет, не обольщайся. Я закопал их так, что и сам не найду их теперь. Жаль. С тобой расставаться, нам тебя будет не хватать. Да мне вас тоже. Даже вот этого шайтана. Ну ты, ну ты! Брысь! Подлипала! Крыса! Верблюд! Приглядывай тут хорошенько. И не хворай. Как прикажете, Паша. Счастливо тебе. Ну, будь здоров, Шакерага. Гюляга, я тебе тут собрал на дорожку. Ай, спасибо. Грецкие орехи положил. Ты же их так любишь. Ладно, иди. Застоялись мы тут. Да, надо идти. Вчера еще веселился, а сегодня вот беда навалилась. Такова жизнь. Не стоит ни назад смотреть, ни загадывать наперед. Ладно, берегите себя. Будьте здоровы. Постой, дай помолюсь за тебя. Балюлька. Ой, Сюмбюль. Да ну тебя! Аллах, помилуй, сохрани. Что такое? Мешочек был золотые. О, Аллах, Аллах! Я его обронил, что ли? Все от тех, что ты у меня украл! Аллах, кого ты создал? Гад ползучий! Помни, ты получил их благодаря мне. Спасибо тебе. Я этого не забуду.
Я рада, но ты обещал, что сделаешь все, что я захочу. Хорошо, что ты хочешь? Мне письмо надо послать одно. Письмо? Кому? Балибе. Ты его отправишь от себя, как свое, а письмо будет мое. Нет, ты не проси. Но ты обещал. Я думал, это что-то путное. Мехмед! Госпожа? Мехмед? Мехримах? Куда это вы? А для нас там покои готовят. Посмотреть их идем. Да? Какие? Для меня, госпожа. Теперь у меня будут свои покои. Гюльшах, не бойся. Она уже не заговорит. Неужели... Если не хочешь разделить ее судьбу, ты должна немедленно покинуть дворец. Войдите. Госпожа. Паша. К сожалению, вы правы. Я допустила ошибку, доверяя Нигер. В чем я провинилась, госпожа? Ты меня ни во что не ставишь и служишь Хюрем. Как ты посмела, не спросив меня, покоя для нее готовить? Госпожа мне приказала, и я исполнила. Но подобные решения принимаю только я, ты знаешь? Я запуталась уже, кого слушать из вас. Ты думаешь, что говоришь? Перед тобой госпожа. Не смей дерзить ей. Простите, Паша. Не у меня, Нигер. У госпожи проси прощения. Не утруждай себя, Нигер. Ты отстранена от должности. Отныне ты не казначей. Госпожа, я прошу вас. Дату меня выгонят из дворца. Я тебя не раз предупреждала. Собирай вещи и уходи, чтобы завтра же тебя здесь не было. Паша. При чем здесь я? Госпожа решает. Вы приняли правильное решение. Но надо быть готовыми к тому, что не все будут с ним согласны. Тут что-то нечисто, Гюляга. Гюльшах исчезла не случайно. Кто-то не хотел, чтобы она со мной встретилась. А почему, госпожа? Да потому что она хотела что-то рассказать, связанное с Ибрагимом Пашой. Забыл? Идрис Ага ведь тоже пропал вдруг. Мама? Вы пришли уже? Махидевран Султан попросила нас уйти. Она закрыла покои. Сказала, мы не имеем на них права. А Мехмед где? Лежит там. Очень расстроен. Мехмед! Ничего, сынок. У тебя будут самые красивые покои во дворце. М? Госпожа. Валиде, вы не волнуйтесь, у меня все хорошо. Мы с Пашей уже больше не ссоримся, как раньше. Я очень счастлива, Валиде. Надеюсь, вы скоро встанете. И я молю Аллаха за вас каждый день. Валиде, госпожа. Проходи, Махидевран. Госпожа, я пришла вам сказать, что... Я сняла с должности Нигер. Она уже не казначей. А что такое? Почему? Она очень плохо выполняла свои обязанности.
И выяснилось, что она тратила деньги гарема на личные нужды. Вы уверены? Такого за ней не водилось никогда. У Ибрагима пошли другие сведения. Он и поставил в известность меня. Выгони ее. Госпожа, я допустить даже не могу такое. Она безупречно прослужила столько лет. Да и зачем ей это? Видно, она изменилась, когда стала казначеем. И вот, открылось ее истинное лицо. Вы Лиды? Госпожа. Вот ты где, Махидевран. А что такое? Ты решила, что ты важнейших заде, по-моему. Да ты что? Откуда ты взяла? А если нет, то как ты посмела выгнать моего сына? Хюрем, успокойся. Госпожа, простите, но вы не знаете. Я все знаю. Произошло недоразумение, очевидно. Покои были и есть. Как это? Прежде чем кричать, надо было спросить и узнала бы. Я выделила для Мехмета другие покои. Еще лучше прежних. Их скоро подготовят, и пусть живет. Махидевран, скажи тому, кто тобой водит, пусть он сам сразится со мной. Это все твои фантазии. Ты не очень-то ликуй. Ты лишь временно управляешь гаремом. Полноправной хозяйкой ты не станешь. Дай срок, стану. Когда, интересно? Госпожа, вот она же признается. Открыто говорит об этом. Хюрем, прекрати. Прекратите обе. Что вы тут устроили у ложа Валиде?